В культурно-спортивном комплексе «Уникс» Казанского федерального университета состоялась всероссийская акция «Время карьеры». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организатором данного мероприятия выступает Министерство образования и науки Российской Федерации. Это карьерное событие, карьерное мероприятие, которое собирает в себе большое количество блоков и площадок. Первое и самое главное – это стендовая выставка работодателей, которая проводится как раз на всех этажах концертного зала КСК КФУ «Уникс». Цель проекта – это знакомство молодежи с работодателями в неформальной обстановке и развитие прямой связи работодатель-студент, формирование представлений о рынке труда и требованиях к молодым специалистам и выпускникам, содействие в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности, содействие компаниям в подборе кадров. Если кратко говорить о том, кого мы ищем талантливых разработчиков, C++ разработка. Пока у нас компания Huawei в Казани представлена одним бизнес-юнитом, это Data.com, и наш проект называется Network Protocol Stack. Соответственно, это все, что связано с сетевыми протоколами. Впервые акция состоялась в ноябре 2020 года. В нее вошли ярмарка вакансий, виртуальные выставки работодателей, экспресс-собеседования, а также полезные мастер-классы обо всех этапах трудоустройства для соискателей без опыта работы. Всероссийская акция стала ежегодной. В 2021 году к карьерным событиям присоединились новые города. Прорабатываются и новые интерактивные форматы взаимодействия молодежи с работодателями. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. We'll be right back.